В борьбу с пандемией каждый вносит посильную лепту. Медики, спасая жизни, пенсионеры, оставаясь дома. А социально ответственный бизнес, оказывая благотворительную финансовую помощь. Прекрасный пример подал Боровический комбинат огнеупоров. Предприятие закупило и передало медицинским организациям региона большую партию средств индивидуальной защиты. Маски и костюмы спецзащиты сейчас трудом можно отыскать даже в столице. Поэтому медицинский груз, который прибыл в Боровическую центральную районную больницу, в буквальном смысле на вес золота. Это 246 тысяч масок, 600 костюмов и 1500 перчаток для организации мер по защите персонала при работе в сложных санитарно-эпидемических условиях. У нас закрыты 3 отделения на обсервацию, поэтому средства индивидуальной защиты нам нужны как никогда. 3 недели медики работают практически на износ, оставаясь в больнице круглосуточно. В такой ситуации очень важно обеспечить их безопасность, ведь от этого зависит жизнь многих пациентов. БКО и раньше оказывал помощь районной больнице и теперь не мог остаться в стороне. Настает тот момент, когда каждый должен помогать друг другу, поддерживать друг друга. Кто-то должен оставаться дома, кто-то должен заниматься работой, выполняя свои трудовые обязательства, кто-то должен финансово помогать нашим гражданам. И в этом моменте, как раз когда нас попросили оказать определенную помощь нашим гражданам, мы со всей ответственностью подошли к этому делу и закупили данные средства индивидуальной защиты, которые, я уверен, притормозят развитие этой гадости, которая на весь мир обрушилась. Закупленные комбинатом огнеупоров маски достанутся не только местной больнице, но и другим медицинским учреждениям региона.